Всем-всем-всем привет! Мы продолжаем рыбачить. Надо отдыхать от космоса и наших преступлений. Будем продолжать на Средиземном море. У меня, конечно, VIP-статус кончился, но я сейчас пока никаких акций нету. Надо воспользоваться теми, что у меня есть. То есть одноразовыми. Ох, ё-моё. Смотрим, какие на VIP-час активируем. Да, и потом еще VIP-сутки будет. Устраиваемся поудобнее. Берем всякие вкусняшечки. Двери, окна на засов. Не забывайте подписываться на канал и рекомендовать друзьям. А если хотите со мной в соцсетях подружиться, ссылочки будут в описании под видео. Что самое главное еще, вот что надо сделать. Собрать все. Я, кстати, честно сказать, подзабыл, где я еще ставил одну раколовку. Вот подзапамятовал. Чтобы это исправить, надо зайти в медальки. И мы сейчас смотрим, на какой локации нам нужно именно отлавливать. Сделать так, выловить красноперку, теленка, озеро Дав. Выловить 1000 рыб на водоеме морской заповедник. Опачки. Морской заповедник. Отлично. Тогда смотрим. Можно на морской заповедник? Можно. Поставили, погнали. Ну все, друзья. Из водной части, в принципе, все. Буду сейчас смотреть, кого нам ловить и где. Приятного просмотра. Погнали. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ну что, наверное, на сегодня мы завершим нашу серию. Ну, не прет нам с финтой, ну никак, совершенно. А я с вами прощаюсь, не грустите. Зашибись, друзья, не прет. А глянь, поперло, да еще как. Ну вот, как раз под конец серии мы выловили. До новых встреч, не грустите, не расстраивайтесь и не отчаивайтесь. Всем пока-пока.